Софья Егорова приехала в Саров после окончания Нижегородской медицинской академии. Устроилась в первую поликлинику врачом-терапевтом. Год, проведенный на этой работе, помог ей расставить приоритеты и выбрать направление дальнейшего профессионального пути. Девушка поступила в ординатуру Рязанского медицинского университета, выбрав специализацию дерматовенерология. Специализацию выбрала чисто интуитивно и еще не пожалела об этом. Вообще дерматология – это такой раздел медицины, где очень много есть нозологий, заболеваний, которые смежены с другими специальностями. Чтобы правильно диагностировать и лечить заболевания, нужно иметь хорошее клиническое мышление. Этим и интересна специальность, потому что каждый день что-то новое узнаешь. Теперь дерматовенерологов в первой поликлинике 3. Пока коллеги в отпуске, забота о пациентах полностью легла на плечи молодого врача. Также Софья Сергеевна наблюдает за пациентами дневного стационара. В день принимаем около 30 человек, это по записи. Также мы не отказываем пациентам, которые приходят без записи, принимаем всех. Заболевания самые разнообразные. С коллективом, как признается наша героиня, ей повезло. Коллеги помогают советам, а руководство КБ-50 идет навстречу, поощряет ее стремление совершенствовать свои знания. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.